то сегодня мы с вами поговорим о еде, да. Необходимая Ева. Ребята, а я выбилась. Всем привет, меня зовут Йоши, и это мой канал. Всем привет, и пока что вы, ребята, на канале Крошки Евы, а вот как дальше будет, я не знаю. Привет, ребята. Привет. 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 Ева, ты решила кому-то отдать свой канал? Ну, вот кто будет лучше всего прыгать в тавере, тому и отдам, да? Можно я пойду? Я пошел. Йоши уже побежал, я смотрю. До свидания. Ой, до свидания. Я влезлась головой, да что ж вы будете делать-то? Так, ну, пока не берем первого, да, пока после падения. После падения, да. А потом кто будет выше, правильно? Как обычно. Да, все правильно. Так, ну что, пока что я даже выше. Ой, так. Тихо, тихо. Это было опасно. А что это там такое за звуки были, Непон? Ну, я чуть не упала. Ну, я чуть не упала на этот же уровень, так что это вроде как и не считается. Вроде как и не считается, да. Ой. А что такое? Я же такой, ой. Да, мне просто нравится здесь очень быстро проходить. Я поэтому иногда пытаюсь так по-скоростному это делать. Вот, и иногда падаю. Ну, я стараюсь аккуратно идти и не падать. Потому что мне мой канал дорог, ребята. Я даже не знаю. Может, открыть кулинарную рубрику у тебя на канале, когда я буду, собственно, его вести. О, боже, я сначала не пон, а потом немножко пон. Слушай, а я даже, может, тебе и так отдам. Для кулинарной рубрики? Конечно. Ага. Если там будут пельмени, я только за. Ну, Ев, я пельмени так уж и быть тебе оставлю, а сама, не знаю, буду готовить что-нибудь другое, потому что, ну, как бы... Пончики? Никто... Может быть, может мороженое. Или мороженое. Да, а вот пельмени, мне кажется, никто, кроме тебя, не приготовит так, как нужно. Ой, ну это очень приятно, конечно. Ну, может, кто-то и приготовит, почему нет? Я же не знаю, может, у вас тоже хорошо получается? Нет, собственно, видимо, не скоро я еще буду готовить у тебя на канале. Ой, нет, ладно, зачем? Это не я, это Светяшка. Обидно. Слушайте, ну у меня пока что все идет хорошо, и я надеюсь, сейчас я не упаду. Ева, привет! Привет, где ты? Что? Здравствуйте. Так, кто там? Всем привет, меня зовут Йоши, и это мой канал. Че, Йоши, теперь ты крошка? Нет, теперь ты Йоши. Я что? Как тебе такое? Почему нет? Подожди, я тут побеждаю, почему я должен что-то менять? Теперь канал переименую, не знаю, и тебя переименую, почему бы и нет? И как ты назовешь? Ну как, Йоши. Как и себя, у так и будет тебя. Два канала? Ну да, будет второй канал. Ёша, немного тебе. Меня ребята давно просили о втором канале, может быть, вот как раз таки так это осуществлю в жизнь. Какой кошмар. Все теперь... Да. Я твой второй канал, получается, да? Ну, получается, да, ты такой... Фейк. О, это заявление, конечно. Вот так вот, так что давай, надо было хорошо. О, кстати, а вот и финиш, вот и верхушечка. Понятно. А чей канал? Минуточку, чей канал? Здравствуйте, чей? Это мой, это я. Слушайте, а интересно, можно мешать там тем, кто пытается проходить и вот это вот все? Ой, не знаю. Ульян, что это такое сейчас было? Да, я просто уже поняла, что бороться за канал нет смысла и упала. А, и решила упасть. Да. А по поводу мешать, даже не знаю. Ну, наверное, можно как-то мешать. Там, а что ты хочешь, покупать двойной прыжочек? Точнее, банни-хоп, простите. Двойной прыжочек, это хорошо. Так никто не пройдет, это только Йоши пройдет. Так не получится. Ну ладно, ну то и тоже Йоши может и не пройти. Тут дело зависит от везения. Смотря какой уровень. Да. Нет, от уровня больше, а не от везения. Ну, я думаю, что мы продолжим битву за канал уже в следующем таваре, потому что здесь уже нет смысла. Да. Йоши, я видео! Ой, да, ты видео, ладно. И ты тоже, Ева. А вот Ульяна нет. А вот теперь Ульяна. Так, я возьму себе, пожалуй, шапочку, и буду аккуратненько проходить. Йоша, а вот скажи, пожалуйста, вот от лица канала. Так. Вот мешают такие люди, которые прыгают вот так и кричат: мы видео, ура! Ой,
Да, ребят, не обижайтесь, но, честно говоря, это иногда заставляет даже сменить сервер. Да. То есть иногда приходится даже банально менять сервер, потому что невозможно хорошо записать видео на канал. Ну, бывает, просто отвлекаешься. Поэтому если вы видите нас всех вместе, то можете просто написать в чат, и мы после видео обычно с такими ребятами просто, не знаю, остаемся там, болтаем какое-то время. Вот. А если ситуация наоборот, то, ну, соответственно, все наоборот и происходит. А еще я очень не люблю тех, кто вот ко мне подходит и начинает прыгать вот со своей такой светящейся штукой на голове, и ничего не видно. О, это да, это вообще, я, конечно, согласен. Это вообще похоже на принципиальный новый уровень. Новый уровень, ребят! Да. Прикольно. Ёша, а ты знаешь этот новый уровень? Да, да, я слежу за всеми теперь, я вот буквально... пару дней не сижу, а потом стал смотреть. О, какой кошмар! Купец, а как его пройти? Это что за мозаика такая? Ну, в смысле, легко, просто идешь и все. Ага, просто идешь и все. А, еще прыгаешь точно. Спасибо, вот, еще и прыгаешь. Как логично. Гениально. Да, спасибо, я знаю. Так, Ёша, подожди, а сколько уже всего новых уровней появилось? Ой, я не помню, честно говоря. Ну, а сколько дней уже в месяце? Столько и уровней, ладно? Ага, я знаю, очень отличный ответ у вас. Как пройти? Ну, идешь и прыгаешь. Сколько уровней? Да. Ну, сколько дней, столько и уровней. Ну, в смысле? Вот я, кстати, умер, и, по-моему, канал переходит к Ульяне. Всем привет, друзья. Вот это я, Радужка. Ну, правда, мне кажется, что я сейчас умру, потому что я очень не люблю этот уровень и постоянно здесь погибаю. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно, Ульян, спокойно! Всего лишь только 10 секунд, наверное, он был мой. Здрасте, здрасте, ребята. Приветики всем. Так, ну это вроде, да, у меня сейчас все. Теперь это ко мне вернулся. Ну да. Почти что круг сделал. Лана почему-то не поучаствовала со своей кулинарией. Я просто слишком хотела, и, видимо, мне не подумали, что я прямо сейчас начну готовить в таверне, и вот, видимо, да. Так, а я постараюсь пройти этот уровень, и я не знаю, как это делать. Не знаю! Просто... Что, все? О, нормально, смотрите. А, все? У меня же паника началась. Так вот, ладно, по поводу новых уровней. Новых уровней столько, какое сегодня число. Вот, все просто. Ага. То есть, вот, какое сегодня число, столько, как бы, такое количество новых уровней. Потому что выпускается новый уровень каждый день до 25 числа. То есть, всего их будет 25. Ага, слушай, ну, прикольно. Угу. Это потом можно будет ТВРа чисто из новых уровней создавать. Да, я, кстати, об этом и сказал в одном из своих видео. Ой, ну это прикольно, конечно, но, ребят, а я, честно говоря, хочу свой уровень тоже создать. Ну, ты можешь, наверное, связаться с PixelDev'ом и попробовать предложить ему что-либо. Пельмени, например. Да. Интересно, он согласится? Он любит пельмени? Никто не в курсе? Нет. Очень жаль. Ну ладно, я попробую заманить его пельменями, чтобы он мне разрешил сделать пельменный уровень. Ну тогда это будет 26-й, правильно понимаю? 26-й? Ну, или придется кого-то подвинуть. О-хо-хо-хо! Ну извините, ну вкусный пельменный уровень, это же круче, чем вот те, ну, не очень такие сложные уровни, которые вот есть. Их очень много. Да, ну вот этот, например, новый, который я только что первый раз прошла, ну, я не сказала бы, что он супер простой. Там есть где попасться. Ну, да. О, вот еще один новенький. Ну, есть такое, но ты знаешь, если его проходить все время, как и все остальные уровни очень часто, то достаточно легко, хочу сказать. Слушайте, а что, если каждый новый уровень в Тауэре будет сложнее предыдущего? А мне кажется, так и есть. А, об этом я тоже уже говорил, но вряд ли, я думаю, вряд ли. Это что же нас ждет к 25 уровню, я боюсь представить, ребят. Ребят. Какие-нибудь адские пельмени, Ева, если ты с ним свяжешься. Это ж я могу претендовать на 25-й выход. О, ребят, а я дошла. Ну, если будет что-то стоящее. Я, короче, попробую это сделать, и я думаю, у меня должно получиться. Посмотрите, ребят, у нас тут дуэль с Ёшей, кто быстрее сгорит. Это гляделки. Огненные гляделки. Огненные, хорошо. Хорошо. Ребята, а вы там как? Я смотрю, Лана уже на подходе. Ну, сейчас Лана как шиндарахнется и будет тебе на подходе. Ну, да, осталось 2 уровня. Так, ну я пытаюсь посмотреть за Ланой, и чтобы Ёша не выходил из камеры. Потому что у нас же гляделки. Да. Ну, где-то там Лана, короче, я видела ее кусочек. А, вон она там прыгает. О, вот едет. Так, ну, давайте, и вас ждать же, да? Ну, я думаю, что осталось недолго. И сейчас, Ева, мы продолжим канал. Пока остается у тебя. Да. Вы знаете... О, Ёж!
боже, я, короче, проиграла. Я победил, ура, я победитель. Короче, да, я тут решила купить за Robux себе боксик. Давайте посмотрим, что из этого получится. О, давай. О, ну давай. Так, и кажется, у меня добавились уточки. И, как вы знаете, у меня тут, ребята, все 2% за Robux. И я не знаю, как можно надеяться на такой классный шанс, но я попробую. И опять у меня уточки. Ну ладно, сейчас еще возьмем. Ева, а сколько предметов тебе осталось? Ой, сейчас посмотрю. Так, у меня 13 предметов. Ого. Так, и можешь менять товар, потому что Ульяна, все. Да, а, ну все, все, значит, все хорошо. Так, все, погнали. Ну, что? О, шапочка, шапочка. О, шапочка, шапочка. Я без шапочки. Ничего, что я без шапочки? Ну, ничего страшного. Как тебе удобно, угодно и вообще? Ой, ну хорошо. О, меня убило, я за шапочкой. Вот. Удобно. Я просто очень долго ждать, когда ты не первый успел ее схватить. Что-то у меня ноги стали плохо прыгать. Ноги или пальцы, Ева? О, Ёши, ты чего, ты вниз? Короче, я прыгал вместе с Ульяной, и поэтому я не заметил, где конец светяшки. А дальше додумывайте сами. Понятно. Так, Ульяна, ты, кажется, не туда. А, у тебя такие технологии, ну ладно. Я просто стараюсь подальше от той светяшки отходить, когда сюда прыгаю. А я на самом деле уже привыкла к этому уровню, поэтому что-то как-то хорошо он мне дается. Главное не сглазить. Ой, а сюда лучше, наверное, не идти. Мы не туда пошли. А, наверное, с той стороны тоже с так? С той стороны тоже. Ой, так. Куда? А что делать? Все, я шапочку пока возьму. Давай. А я пойду проверю, может, с другой стороны можно подойти. А что к этому уровню получше? Да, там уровень коварный, мешает. Ребят, ну тут такая ситуация, короче, ну, видимо, никак. Да ладно, сейчас, секундочку, дайте приду, хоть посмотрю. Так, ну хорошо, хорошо, ждем Ёши. Инспектор Тавров, да-да-да. Да, инспектор Тавров уже готов, уже в пути. Да, ну давайте, приходите, смотрите. Минуточку. Так, и в чем проблема? Ну, вот, прошу вас, проходите. Ну, вот там с двух сторон проблема. Так, ладно, пойдемте глядеть. Вот так вот, и вот так вот. Все в порядке? Прошел? Как? Ну так, бочком. Лана, правда? О, как там Лана забралась? А я с этой стороны решила. Точно так же, как и я. А, что тут кубики делают? Ого. Так, ладно, хорошо, по этой стороне пойду. Я не знала, что там кубики есть. Так, а у меня что-то дежавю. Тут уровни в этом порядке уже были. Да, я тоже подумала об этом, Лана. Подозрительно, хочу сказать. А эти уровни были на Ёшином канале, случайно? Ну, точно не на моем, потому что мне сегодня не удалось держаться за твой канал, Ева. Ой, да. Так, ну, может, Ёж там упадет, а я, может, тоже специально упаду. Как Лана вам такое предложение? Ради Ланы я, конечно, могу специально убиться. Не надо специально убиваться никому. Мы тут у нас честный челлендж вообще. А так, я упала на уровень вниз. И, наверное, переходит к Ёши канал. Ну да, пока да. Вот я умер, теперь Лана. А, серьезно, что ли? Ну ладно, все. Да, вот так вот быстро. Меня зовут Лана, у меня 21 тысяча уточек, и я не буду их открывать сегодня, потому что сегодня мы с вами поговорим о еде, да. А, в общем, я люблю есть, но есть я люблю больше, чем готовить, поэтому если бы у меня был кулинарный канал, наверное, вы бы видели больше, как я на нем ем, а не готовлю. Интересно. А, да, ну... Контент, который мы заслужили. Есть же такие каналы, где просто проверяют, как еда там на вкус или еще что-то, или как приготовлено. Ну вот, я думаю, Лана бы таким занималась, да? А я могла бы устраивать обзоры доставок. Все ли правильно положили, и вот это вот все, да. Какой температуры еда, это на самом деле очень прикольно, особенно учитывая, что я, ну, достаточно часто заказываю еду и... не знаю, иногда привозят такое, что хочется прям выложить в интернет, чтобы им стыдно было. Так, Ева. А ты такая, да, злючка? Интересно. Я просто не хочу, чтобы меня кто-то обманывал. Вот и все. Так, Ева, ты куда пошла? Ева, это мой канал, не обгоняй. Я просто прохожу. Нет. А ты не расслабляйся, говори про еду, говори.
Так, Лана, так и не считается, канал-то у не тебя. Не считается, то есть, да, у тебя, ты просто спокойно рассказывай, я проходить, слушаю. Да, в своем ага, темпе. Ага, ну ладно, допустим. А, в общем, что, о чем мы говорили? О еде, да? Про доставки. Про доставки. Так что нет, вы можете написать, если вы хотите, чтобы я похитила канал Евы и сделала такой на нем контент, весьма своеобразный. Я обещаю, что там вначале будет доставка пельменей. О, хорошо. Ты же можешь себе такой контент сделать. Ой, все, я придумал, спамьте Лане под новым видео, чтобы она сделала обзор доставки еды. Ребят, мне еще второй канал надо как-то воскрешать и вести, а тут еще будет обзор доставок. Ну, посмотрим, посмотрим. А сейчас мы там ждем, пока ребята дойдут. И давайте я все-таки пару боксиков открою, а то почему бы и нет, правильно? Ой, я тоже. Так, обычный боксик, правильно. Ничего. Тут тоже дубликат, судя по всему. А здесь еще один дубликат, даже за 350. И здесь дубликат тоже. По-моему, это бессмысленно. Давайте парочку заробокса откроем. Там шанс все-таки побольше, что мне выпадет что-то классное. Но нет, уточки изменились. Смотрим следующий. Уточки тоже изменились, да? По-моему, я набила снова все свои уточки, которые потратила. Так что даже не знаю, было ли в этом что-то необходимое. Ева! Ребята! А я выбила зеленые. Так, канал переходит к Еве. Вы можете даже посмотреть тот момент, в котором Ева выбила себе этот. Да, я думаю, что Ева оставит. Да-да-да. Да, и я думаю, что Ева, забирай канал. Ой, ну это очень приятно, конечно. Ну, я, наверное, оставлю Лану тебе, чтобы ты обязательно засняла про пельмени. О, это очень большая ответственность. Нет, нет, вы заснимите про пельмени все-таки. Так, обновляйте тавр, я не хочу проходить, Ульяна, видимо, тоже, поэтому вот. Хорошо. Так, ну что, Лана, я смотрю, ты мне передаешь, да, эстафету пельменную? Хорошо. Так, ну я боюсь, я тут долго не продержусь. Вот у меня такое ощущение вот есть. В принципе, адекватные уровни. Ну, пока да, а потом даже не знаю. Я не заглядывала, короче, наверх, и поэтому вот. Так я тоже, я просто говорю о тех, которые... Ого! Не успела! Кто там? Кто там? Йоши, Ульяна, по идее, я, но мы все как бы на одной высоте. Да, поэтому тут сложно даже. А кто был впереди? Ну, наверное, я Йоши все-таки, да. Все, тебе Ульяна. Ой, так, ну... Ульяна, прошу, проходите. Спасибочки, я даже не знаю, о чем бы говорить. Ну, о том, как бы не погибнуть. Ну, о своей технике прохождения этого уровня, например. У меня его нет. Я восхищаюсь лично ей. Фух, я прохожу на самом деле, так сказать, на удачу. Он. Потому что тут очень-очень все подковыристо. Все, ну почти прошла. Так, ну а я этот уровень не могу проходить иначе, как без песочных часов. О, Ева, осуждаю. Ну и осуждай меня, мне хорошо, я хотя бы не убиваюсь. Ну так неприкольно, не знаю. Ой. Мы же все без улучшений, ну как хочешь, ладно. Ты иногда тоже, да вообще, ты очень часто даже покупал себе пружинки, а мы нет. Не в челлендже. Не знаю. А я тебе говорю, вот. Канал Ульяны пока что, так что... Ну, я уже упала. Я тоже упала, но... Что, я выше пока что, да? Ну хорошо, вроде да. Здравствуйте, ребята. Я убираю часы, я их больше нигде не использую, потому что... Прошла тут уровень с часами. Ребят, я убираю часы. Понимаю. Ну, я тут уже третий раз падаю вот тут почему-то, и нет, все нормально. Пока что все нормально, и я не могу просто по-другому проходить тот уровень, я уже разучилась без часов. Мне кажется, на одном уровне главное просто вовремя включить shift, чтобы прыгать по вот этим вот платформам, которые боком стоят, а остальное не так уж и сложно. Ну, я сразу включаю shift и с ним уже иду. Не представляю, как это можно во время прыжка или в воздухе как-то включить shift. Ну, можно включить его, когда вы подходите. Вот там есть одна такая передышечка небольшая. И вот... Ой, что-то мы с тобой синхронно свалились. Слушай, я смотрел на тебя и почему-то пытался рулевать просто тобой. Интересная тактика, да. Но знаешь, у меня не вышло особо, честно говоря. Ну да, интересно, почему это? Ой, я упала. Ой, тихо. Не падаем. Это вот было очень опасно. Кстати, Йоши, помнишь, мы тут проходили вот этот вот зеленый уровень, на котором я сейчас с такими кругляшками? И мне ребята, кстати, в комментарии написали, что он был раньше, ну,
такого цвета, более пастельного. То есть, ну, сейчас он стал ярче. Можно мне, пожалуйста, примеры со скринами, чтобы это было все подкреплено, потому что, честно говоря, я четко помню этот же цвет. Я даже не знаю, но мне так написали, по крайней мере, я, честно говоря, верю, потому что я помню его немножко другого цвета. Возможно, у этих ребят, не знаю, поменялся монитор, или они играли с телефона, а потом с компа, или играли с телефона, а смотрели твое видео с компа, и не знаю. Ну, возможно, возможно. А у меня тогда что случилось? А у тебя, по-моему, остается твой канал, потому что ты вот уже прошла. Да, я уже дошла. Так, ну а раз я дошла и канал пока что у меня, я думаю, Нед на этом закончит, потому что, ну, сейчас придет какой-нибудь Ёж и сделает у меня тут второй канал свой. Поэтому я хочу оставить его себе. А на этом, наверное, все. Я очень довольна, что я выбила себе наконец-то этот зеленый дым. И поэтому пора заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии, и всем-всем пока! 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 Пока!